Месяц назад в полицию города Капчагая поступили заявления на преподавателя казахского языка школу номер один Райгуль Кадырбекову. Жалобами обратились родственники и знакомые педагога. По словам пострадавших, филолог заключила с ними так называемую сделку. Она пообещала родителям, что после сдачи ЕНТ ученики без труда поступят в казну имени Аль-Фараби. За услуги, по словам заявителей, собрала по 600 тысяч тенге с каждого. Однако после экзаменов абитуриенты не попали в вуз даже на платной основе, а учительница скрылась в неизвестном направлении. В данное время проводятся следственные действия. Планируется, прогнозируется примерно в середине февраля месяца нынешнего года направление дела в суд. Уголовное дело было возбуждено по статье 177, часть 3, пункт Б, то есть мошенничество в крупном размере. Учительница казахского языка Райгуль Кадырбекова в Капчагайской школе номер один проработала около года. По словам коллег, за короткий срок она показала себя только с хорошей стороны. Уроки педагога всегда проходили интересно, а ученики не раз радовали школу хорошими результатами на олимпиадах. А произошедший инцидент вызывает у них недоумение. Я не верю в это. Как педагог, она хороший специалист. Она хороший человек и на такое не способна. По рассказу родителей учащихся, педагог в общей сложности собрала 2 миллиона тенге. Сегодня на рабочем месте застать ее не удалось. По словам коллег, на днях учительница уволилась из школы по собственному желанию. Если вина будет доказана в суде, то преподавателю грозит лишение свободы сроком от 3 до 7 лет. Какая статья и наказание предусмотрены для самих родителей, которые платили деньги явно мимо кассы, пока неизвестно. Айжан Темирбаева, телеканал Алматы.